Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rus. Всем привет, вы на канале Red Army Airsoft, и в этом выпуске мы покажем процесс игры глазами минометного расчета на закрытие сезона на Урале. Нас много раз просили показать, как это происходит. Особой динамики в игре с минометом нет, и процесс может показаться достаточно однообразным. Но интересные моменты присутствуют. В этом видео будет показана работа миномета от Уральской кузницы. Позднее будет еще выпуск с минометом от Страйка. Минометный расчет нашей команды состоит из трех человек. Первый подает и поджигает снаряды, второй держит связь с командиром и корректировщиками, и третий наводит и стреляет. Поменяем траекторку. Выше бери, да, за дом. Готов? Раз, два, три, готов. 4, 5, 6. Петарда вылетела вон, граната упала. Чтобы таскать такой миномет, нужно также три человека. Первый тащит баллон, второй миномет и третий мешок со снарядами. Каждый боец минометного расчета вооружен приводом и гранатами. Также есть РПГ-26 со стрелами, на случай, если для уничтожения минометного расчета враг направит технику. Если минометный расчет находится в локации со зданиями, он работает только по наводке корректировщиков, работа которых в нашей команде еще не до конца налажена, но мы над этим работаем. Минометный расчет просит наведения огня. Андрей! Покажи рукой направление! На открытых участках расчет может сам выбирать цели. Разворачиваемся на 180, туда. Мы не можем так стрелять! Блять, началось какое-то. Там машины, туда не стреляй, сюда не смотри. Мы стреляем, нет. Вы нам скажите удаление просто и сектор. Да, блядь, тебя с трупа входит. Обходят нас вот там, куда мы не можем стрелять. Давай туда наводись. В двух словах объясню, как миномет стреляет. В ствол засовывается снаряд с горохом и петардой Корсар-4. Туда, на просеку, по которой мы бегали. Ну, я хочу на плац перед зданием, они вон там строились. Ну... Ты б спрятался, мало ли чё! Миномет наводится на цель, и в клапан накачивается определенное количество газа. В зависимости от дальности, на которую планируется стрелять. Например, если нужно выстрелить недалеко, то газ накачивается секунды 3. А если далеко, то все 10 секунд. Ты с этим клапаном берешь на 4, да? Ну, да, начинай. Да, это хуй ты делаешь. Сука, я выебу в жопу его, нахуй. За такие вот, снаряды. Раз. Если слишком много накачать, снаряд может разорвать при выстреле. Если не докачать, снаряд может не выстрелить и взорваться в стволе. Что вероятнее всего приведет к повреждению клапана, и миномет придется чинить. Кстати, чинить миномет приходится каждые 200-300 выстрелов. Нахуй, чаще машины, всего машины. Страдает клапан. Бля, в деревяшку. Давайте, ближняя дистанция. Так, только давайте сразу договоримся, подряд выдаем залп из трех. Раз. После того, как наведение произведено и газ накачан в клапан, снаряд поджигается и с помощью шомпола заталкивается в ствол. Далее нужно сразу открыть клапан, чтобы накопившийся газ вытолкнул еще, снаряд. Еще давай. 2, 3, 4, 5. Давай. Вылетел? Хорош. Да, хорошо идет. Повтори, куда? Не накапливается. Подожди. Да? Откуда он сказал? Откуда Кен? А где Кен у нас? Так вот сиди. Давай туда, да. И баванки. Раз, два, три, четыре. Готов. Еще! Раз, два, три, четыре, пять. Готов! Блядь, ты что за хуйня? Раз, два, три, броня. Четыре. Блядь, нет, да выкини ее нахуй, там граната, блядь.
Держи. Стой, тихо. Робочка. Сюрприз, мазафака. У парней процедура стрельбы уже отработана. Проблемы и промахи возникают в основном из-за несовершенства снарядов и проблем с клапаном. Хорошо идет. Блядь, заряжайте, заряжайте, вы чё? Я зарядил, блядь. Вик. Ты готов? Да, я готов, я уже заправляю. Сейчас вы видите работу миномета по наводкам корректировщика. Команды поступают по рации бойцу с шомполом. Кстати, сейчас наша группа находится в тылу врага в полном окружении со всех сторон. Так было задумано по сценарию. Да хули, блядь? Сидим в котле, блядь, ебаном. Готов? Да. Раз, два, три. Сейчас сумку мы поближе бы нам. Поехали дальше что? Я-то готов. Низко. Раз. Ты опять низко установил. Три. Четыре. Я готов. Раз, два, три, четыре, пять. Готов. Блять, что за хуйня сейчас была? Денис, сука, ты если ставишь меня, остави его на пол. Раз, два, три, четыре. Готово. Опять он тебя съезжает. Раз, три, четыре. Где 23-я задница? Ты готов? Да. Это недалеко ушла болванка. Ребят, давайте как-то экшон. У нас вообще тут дым, тут как бы противники, война. Ты готов? Да, я готов. Маленький, короткий. Раз, два, три, четыре, ты пять. Ты понял, что ты сейчас сделал? Останови. Ты ебанул вот сюда? Нет. Да. Нет. Она ушла прямо вот так вот. А чё тогда? Чё? Поехали. Еще ближе. Раз, два. Готово. Три. Сейчас здесь будем уменьшать. Готов? Да. О, хорош. Хорошенько, да? Не видно, блядь. Не на высоте, сука, сидим. Угу. Раз, два, три. Жги. Говори просто готов. И я подожду. Ну что, получается, они в это здание, что ли, зашли или что? Мужики, где 23-й? Куда они заходят? Ну это будет долгий, это длинный. Ну такой длинный. Можно меньше. Зайдем. Раз, два. Все, это слабенький сейчас будет, хорошо зайдем пойдет. Ну давай. Пойдет? Такая, нравится? Готов. Ты готов? Готов. Раз! Слабый задом прям выдал. Да-да-да. Пиздец, что-то далекий получился. Раз, два. Готов. Я чувствую, сейчас автомата придется хвататься. Раз, два, готов. Ты бы так не стояла! Отойди, пожалуйста, не попадись под минометик! Раз, два. Поехали, поехали. Интересно, мы хоть попадаем или я не вижу. Все, ждем, перерыв. Привод. Дай привод. Наше здание обошли с правой стороны. Торец держим. Автомат передавай. Все, поехали, блядь. Превращаемся в спецназ. Жигу держи. Прячь же жигу. Нагрену. Вы держитесь там нормально? На крыше еще есть люди? Трое, да.
Ну давай. С той стороны много противников. А дальность, интересно, вот самое главное дальность. А мы когда стреляли, вы не видели, но по ней вообще попадали? Нахуй ты тут стреляешь? Посмотри. Я тебе сейчас гранату должен сунуть. Че, выстрелим за здание? Вик, выстрелим вот так вот за здание, секундочным таким. Можем? Вот так вот сначала. Надо газ спустить. Раз, все, короткий за здание. За, та, кто знает, у нас с той стороны на улице люди есть? Все, блядь, надо валить, короче, Дениска. А куда валить мы в окружении? У нас только что с той стороны два человека вышло. Сколько жигай там всего человек? Давай, жги, зажигай, зажигай. Решение не поможет, надо действовать. Делаем, блядь, работаем. Все, его убили со спины. Что, ёбываем? Гранату, блядь, граната. На. Ты же... Клапан, заело. Держите. Давай сюда пиком. Блять, страйкартовский может сначала подать. Блять, давай на. Ну типа давай страйкартовский, он легче. И рюкзак. Стой, сука. Сейчас, погоди. Дружи, давай наш, нахуй. Это и есть наш. Белый, блядь, он за ним. Смотри, по нашим не работает. А? Надо валить нахуй. Меня спалили из здания. Надо уебывать. Вик, там сейчас полетит сверху, аккуратно. А? Каска? Блять, тут еще сумка. Только не кидай ее, блядь. Граник. Убили. Сука. Паша, ты живой? Мертвый. Блять, граник надо, сука. Че, здесь оставляем? Миномет забирайте. Убилят. Убит, убит! Кого забирать? Мина, все забираем. Каску бери. В поле процесс игры выглядит примерно вот так. Закрывай круг, закрывай. Разворачивайся. Ребята, слева в кустах. Лазер. Давайте вы, может, блядь, разъебетесь нахуй. Нормально. Нам похуй. Не попадет, я надеюсь. Мы блаженные, хули! Вот там видишь, столб с повязкой с белой. Макс! Прямо там люди вот там. Да, пожалуйста. О, поехала, родная! Вот смотри, куда работает, туда наводи. Понял? Куда наводимся, на миномете? По зеленочке? Готов! Я был. Дальше слышишь, кустов там наши сидят. Да, вон к деревьям, короче, кто если с ним? Ну давайте просто сектор. Раз, два, три, четыре, потом шесть болванок уложим. Здесь перед машиной подальше закладываешь в район столба туда, понял? Понял. Охотом надо зачистить. Нести будет. Пошли. Далеко?
Ближе. Хорошо, родная пошла, да? Я готов. Почти попал. Смотри, двое слева. Левее! Еще. Еще левее! Мне до этого показывали туда. Вот прям куда ты сейчас попал. Попали мы туда, окей. Еще есть. Скажи, когда ты готов. Готов. Дальше на 10 метров. Чуть выше бери. Окей. Чуть. Есть. Они движутся по зеленке вправо. Еще дальше. Они ушли уже. Вон, легли. Куда? Возьми чуть правее. Вот куда да мы стреляли? Понял? Здесь, видишь? Все, вижу. Все, давай. Ты готов? Да. Отлично ушла. Вот сейчас ему в голову, блядь. Только не стреляй. Сука. Его должно было осыпать, нахуй. Да, готов. Есть! А? Парочка ушла. Еще дальше! Нормально зашла. Дальше. Два, три, четыре, пять, шесть. Трое, готово. Трое вышли. Еще трое? Или всего трое? Всего трое вышли. Блядь, рассыпалось. Натуре. Нормально полетело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Принял, дальше. Трое правее уходит. Клапан! Замерз! Подмерз немного! Да, вижу. Денис, сделаем или мы крайний... ждем сейчас? Денис, ближний куст, видишь, зеленка. Вот, куст начинается. Да. Где. Вот они за ними, понял? Вот эти кусты, да? Вот, вот куст начинается, вот он, горочка куста. Но. И там маленькие тоненькие березки за ними. Окей, есть, принял. Где противник между березами, да? Пиздец, в березовом лесу. Ты готов? Да. Донышко. Ты готов? Да, я готов. Мерзнет клапан немножко, он как бы, блядь. Что это было? Что хлопнуло так? Не знаю. Печень, блядь. Ты про... А, ты пробил картонку! Сука, блядь! Нет, это, короче, старая граната была. Да, да, старая граната! Там корсар был. Там был не подсунулся. Давай подождем, блядь. Короче, она... Вот это пошла, родная хуй. Только, блядь, не туда вообще пошла. На правее надо, да? Четко попали? Вуаля! Блядь, не учите отцов ебаться, затрахали, серьезно. Давай. Дальняя, готово, пошла. Ну там точно, ты же сказал туда выстрелить, я туда и выстрелил. Еще дальше? Что-то там паника какая. Громко кричат, значит правильно стреляем. Готов? Готов. Заебали, блядь, каждый подойдет и скажет. Блядь, развалилась, сучка. Половина болванок не влазит. Я даже уже на гортах, сука, сидеть. Давай. Можно табуретку? Левее? Сколько игра? Вот у меня стоит, скажи просто, на сколько выстрелить? На 11, на 10? На 11 стреляй. Оп, окей. Вот так, подожди, вот, за... вот, видно. Дай удаление сколько в метрах? Вот видишь, высокая сосна, вот она растет, прямо на 11. Толстая самая? Да. 70. Раз, да, два, 100, наверное, три, мне. 4, 8, 5, 6, 6, 7, готово. О, вот прям вот. Yes! Смотрим. Где? Ушел! Тихо, БТР говорят. Вот прям ему чуть не в банаш прилетело. Так, ну там 4, еще остались чуваки. 5, 6. Корректируйте. Прям так и ебашьте, парни. Еще туда же одну? Да, давай. Прям туда. Взял? Да. Вот сюда, прямо сейчас. Да. Заебись. Нихуя, вот здесь. Нормально. Есть. Домой! Воу! Опа! Погулял. Вот теперь интересно, хули. Не то, что там, блядь. Не то, что в, в жопе мира, блядь, жили. Блядь, просто хуй. Пиздец. Ладно, мы бы котел бы, говорю, хуярили. От хули. Недолет чуть-чуть. Галет, но убежал. Сука. Долго взрывалось. Парни, правее, возьмите немножко. Вон он. Вот куда ты, где взорвалось, там готов? Ушел. Левее 5 метров? Правее. Правее.
два, три, четыре. Ждем. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Поехали. А чё, всё? Начался тебя. Давай, 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 всё, давай, давай. Вот, да. Накопил? Да, да, давай. Пошла, родная. Вот, вот, вот он. Привет! Пока! Домой! Домой! Чё, а ты дерево стоял, да? Да чё, и чё? Ну взорвали же тебя. Ушёл. Ушёл. Ну вот эту под ёлочку. Под мелкую? Да, да, да. Давай. Сюда. Готов. Ты готов? Готов. А где он? Вот туда. Просто в лицо. Домой! Ушел! Домой, домой! Че, вот я в него попал? Четко нахуй. Пойдем вот за эту вот хуйню. Дом же наш. И за нее. Все, работать. Понял. Все, уходим. Передовой убили. Уходим, выдавливаю. МПХ ухватаните мою. Лев, лев, назад. Прикрывает. Лови! С Новым годом! Домой! Привет! Аша, сколько у вас еще снарядов? Сюда просто положите. Пойдем, родной. Давай, поднимай. А, ну все, он за... так он заряженный. Снаряда. Нет, он заряженный, то есть надо подбежать, прицелиться. Не бери, выстрел. Один выстрел? Да. Женя, прикрой, справа. А не прикрываем, прикрываем. А я уже могу, я могу, давай. Могу. Ты готов здесь? Готов. Не низко? Нормально. Давай, давай, давай. Лови! С Новым годом! Ушли! Открой тебя, Зима! Ты будешь что чувствуешь? Ты готов здесь? Да. Ух ты ж, заебок, заебок. Прям на угол зайдет. Домой! Помог. СС, мин. Мне кажется, я перем... Вот встали и ушли! Я сюда ушел! А он тоже дымил, что надо? Все, пошли, пошли! Пошли! Давай зажигай, болваночку дадим, ребята, поможем! Давай, давай, не гибли! Слышь, пошел! Вот. Еще давай! Сука! Давай, раз, давай. Два, чуть пониже. Три. Пониже бери. Блять. Сука, вот кто? Что за дебилы перед минометом бегут? А что за дебилы? За хуйня. Дай как ответить. А я не слышу ничего, брат. Квик вызывает. А я его накрыл, кажется, блядь. Нужна ваша помощь. Видите красное здание? Вот там с торца противника дохуя. Можете туда ёбнуть? Может, блин, можно. С торца здания? Знаете? Вот. No, с какой стороны сближения? С этой стороны, да, да, да. Там крыльцо и на крыльце дохуя народу. Мне вообще хорошо, чтобы вы туда постреляли, в это здание. Раз, три, четыре. Блядь, давайте, как бы... блядь, что за хуйня? Что не стали? Ребят, давай. Уёбывай. Сдвиньтесь немножко. Ну сдвиньтесь. Там парней осталось в здании. Три человека, вон, блядь. Бегает. Пошли, разворачивайся. Пошли. Ребят, они берите. Спину, пойдемте переместимся. Да не вытаскивай. Дайте я крик все еще. А это он ходит. Работайте туда. Хотя бы два выстрела. Дай, если в окошко попадете, вообще сыны вам не будет. Ну мы в брусвер попадали. Видите первые окна? Ну. Вот это наши окна. Все, что, блядь, за кирпичная постройка, это не наше. Сейчас, короче, 200-го посадить, стачивать донышки. Вот это. О, хорошенький. И что, блядь, 5, сука, перебрали. Готов здесь? Да. Заебись. Блядь, ниже. Вижу, вижу. Поняли уже. Ниже. Готов. Что у нас такое недалеко? Долетело? Да, четко. Подожди. Удалось, все, четко. Ушли? Спинная. Здесь готов? Два, три, четыре, пять, парни, шесть. Ушли, ушли, ушли. Ушел, постой, постой. Давай. Подожди, отставить. Еще сказали, надо, ушли. Еще? В тот же сектор, давай, пошли. Заебись. Прям охуенно. Охуенно. Во, во, во. Еще две туда же, положите паузу возьмите. Готовый.
меня. Готов? Все, перерыв. 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 Понял вас. Хорошо. Просто рыбники, да? Ушли. Попали. Домой. Да это что такое? Домой. Пересели хули такие. Ну. Еще. У страха глаза велики 15. Велики. Ты готов? Готов. Пока они не ушли. Не, не пошла. Ой, нет, блин. Почему? Да, нет, надо 15 секунд минимум заряжать, короче. Так вот. Блять, ты можешь наших, блять, вынести, понимаешь? Вон там. Это хуйня. Нет, почему? Ты видишь вон тот куст? Вон промахнулся. Где, вон где чувак, видишь, да? Готовься, готовься, ты не слышишь, ура, блядь. Ты, сука, ёбну сейчас. Я готов, хули ты. Вот так вот легли радарми. Парни, парни, радарми легли. Миномет прикрыли с поля. Закрывались. Я готов. Мы шмаляем сейчас? Или нам команду дадут? Давай, давай, ебашь, там толпа стоит. Я всего лишь скромный наводчик. Да не добьем, блядь, заебали все учить расчет. Мы ждем. Мы ждем. Если они побегут, вы стреляете. Поняли? Выходят. Сейчас снаряды. Дайте паузу им, короче. О, в лесной полосе там кто-то идет. Если они сейчас будут перетягиваться сюда, то смотрите, где они сконцентрируются. Либо быстрее. Туда и бахаете. Все, ждемте. О, погоди, я вон там вижу пачку людей. Иди, смотри, о, блядь! Вот видишь, когда дохуя их туда? Вот туда вот сейчас работайте двумя. Я не застегнул до конца. Давай, давай, давай. Здесь вот ты на траю же уже. Ты готов? Да, из леса выходит еще пачка, давай. Здесь готов? Готов. Да ёб еще твою. Еще следующую сразу. Раз, два, ждем. Развалится тоже надо. Нет, давай нет. Другую, уже все нахуй. Че за хуй? Не долетает нихуя. Где? А вы килком там, может, подойдете, подлетать будет? Блядь, ну Толя, давай мы сдвинемся вперед. Чуть-чуть. Блядь, ну. Они до елок-то не достреливают, а вы будете давай достреливать. Давай вот сюда вот, пусты, перед елкой. Давай с краю. Проходи. Каждый раз, когда я его несу, материться хочется. Блядь, танк, танк, назад, блядь, танк! Назад, 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 танк! Викон, греник доставай! Уходи, уходи, Феви! Валим, валим! Викон, греник, кусты! Ёлки, блядь, слышишь, прячься! Да просто лечь! Забрось его, блядь! Дай-ка я заберу, захвачу все-таки его с собой! Да, так, бур, так далеко не уходим! Чё, далеко не уходим, танк пока не приехал, так же держим! Миномет только ушел, остальные легли обратно! Остальные обратно! Назад, не знаю, мы засали просто. Да. Викон, вон он, блядь, вон он. Я что сделаю? Вперед, вот люди стоят и дострелят, блядь, вот до людей, до наших. По дороге беги просто. Мы своих-то переплевываем хоть? Нет. Да. Сейчас переплюнули, машина встала из этого. На. Давай, последнюю болванку. Андрей. Подожди нам, пожалуйста. А ты сильнее пропихивай. Готов? Да. Вот хороший пошел. Может, мы, блядь, дизитом, да, будем сейчас убить? Викон, попал? Вик. Я в полуметре положил. Что это? В полуметре, это ему. Готов? 8, 9, 10. Я готов. Да пиздец, ну что их разрывает нахуй, заебало. Хоть из шаров в натуре, помнишь, те шарики-то предлагали же нам? Угу. Петарда улетел, кстати. Молодцы, ушел один. Петарда и убила. Оба ушли. Там есть еще кто-то или все, не надо? За кустами
У нас снарядов на корректир. У нас 6 снарядов. Осталось. Из них нормальные 2, блин. Коробка. Последний. Ты готов? Я готов, поехали. Вот пиздос. Чуть-чуть не верю. Да вот там ты бегал, хули. Они куда-то убежали. О, убил одного. Ну охуеть теперь. 30 рублей убило человека, блядь. Чё он сказал? Он говорит, убил одного, я такой, охуеть, 30 рублей убило человека. Одного. Миша, куда? Вот издалека непонятно. Бля, Паша, не эти кусты, вот эти кусты. Ты заебал. Сейчас я ему в лицо как болванку выстрелю, блядь. Ну все, нормально, давай еще последний, все, окей. Тихо. Блядь, у меня привод там. У меня оружия нету, у меня граната есть. У меня нож. Фланг! Вон! Контакт! За домом! Работайте! Да, да, работай, начальник! Подвал! Подвал! Гранату в подвал, блядь! Да, сюда! Да ты не попал, блядь! Граната! Он из подвала вылез, что ли? У меня больше... А, нет, есть один. Ты думаешь, подвал? Пиздец! Так выкинь ее нахуй, вдруг да. Она, блядь, клюет. Дай гранату, или ты кинь. Ты долбоёб, нахуй. Дай гранату. Иди нахуй, да кидай ее. Убил? Так ушел, клик. Ты знаешь, что она может не загореться, а затлеть? Ох. В смысле, походу, ее к нам, блядь, под ноги кинуть. Сука ты. Уничтожили так. Отлично. Поебать. Миномет! Бегом! Дерзкие типы! Дерзкие типы там! Угол дома! Куст, блядь! Викант! Вот. Блядь, ты заебал нахуй ныть! Возьми, блядь! Вон, шомпол хватай! Ногу вывихнул, блядь! Какой-то ты сегодня не такой! Да, блядь, да! Стер и вывихнул! Раньше ты был другим! Я готов! Я готов! Я готов! Я готов, блядь! Давай! Сука, давай! О, бах! Домой! Бабах! Да она на козырек упала, давай! Да, блядь! Ты настолько охуенно пульнул, блядь! Работаем! Готов? Пиздец! Может ты в край давить будешь? Она бывает, перезапускай! Полезет? Сука, ебать так тебе! Я говорю, блядь, я давлю, она не проходит. Да. Есть привод дальнобойный? А? Есть привод дальнобойный? Вот лежит. Не утратит, но человека жалко. Туда. Давай, Олег, ну-ка, подожди. Стой. А вы рюкзак не взяли, что ли? Попал. В кого? Выстрел в 50, нахуй, я бы. Да. Блядь, и готов? Ты двигай или не двигай? Блядь? Готов. Хорошо! Последняя ушла, качественная, хорошая такая граната. Все бы, блядь! Из страшного? Переходим на второй миномет. А за шампул-то нужен? Нет. Тут надо просто поджигать. Поэтому можно долбить беглым, хули. Так. Нам всю коробку надо стрелять? Нет. Нас спросили. Взяли всю коробку, нет? Нет, у нас всего две коробки. На еще сутки игры. А завтра тоже еще игра? Денис, бля, оставь его на. Ну и напоследок бахнем из миномета от Strike Art. Олега! В следующем выпуске будет геймплей с ним. Мы уже заряжаем, мы уже прессовываем. А ее надо туда заебывать? Просто поджигаешь и рукой вкидывается. Вталкивайте поглубже его, главное. Выстрел! Зап! Полетел. Да где, блядь? Вон эти типа. Вон она летит. На крышу. Нихуя так-то. Нихуя. Дальше, ближе. Ближе, надо ближе. На этом все. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.